На конкурс дети читают стихи. Дмитрий Желобнев, 12 лет, гимназия иностранных языков, город Ухты. Ольга Киевская, баллада о матери. 41-й год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. За ними, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немцу умоляя. Нань, твердил он важно, расстреляет. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей. Взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер ей чинно: ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее, выбирай. Как смертельно этой круговерти, я сберечь кого-нибудь суметь. Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала. Кто роднее, кто дороже ей? Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Ну, а тот стоял, непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший виноват, улыбаясь, младшего груди своей прижал. Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший: нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать. У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: битте, отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляйте! Ахнули два выстрела, как птицы, раслетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым непробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить, сыночка, не цвести. Дура матка, получает немец, одного могла бы хоть спасти.